Блекаут у Криму. Вчора ввечері Сімферополь, Феодосія, Алушта, Євпаторія, Керч, Севастополь, Ялта та інші міста залишилися без світла. Стало відомо, що окупанти знову ввели графіки тимчасового відключення світла. А сьогодні повідомили, що додатково перекинуть до Криму ще 4 мобільні газотурбінні електростанції. Це свідчить про те, що ніякого енергомоста не існує, пишуть соцмережі, що вибухнули звинуваченнями на адресу окупаційної влади. Тим часом в Україні політики добре обізнані про ситуацію на півострові, кажуть, це закономірно, адже без материкової частини Крим не виживе. Вы знаете, за жизнеобеспечение оккупированных территорий отвечают оккупационные власти. Это их должна быть головная боль. А наша задача, как государство Украины, сделать для Российской Федерации непосильной эту ношу в виде оккупированных территорий. Именно поэтому в свое время было принято решение об прекращении подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Именно поэтому, в конце концов, удалось заставить власть отключить подачу электроэнергии на оккупированный полуостров. И вот теперь, так сказать, оккупанты вынуждены это решать очень дорогой ценой, путем там, какой-то мобильной генерации, там, строительства энергомостов, но на самом деле эта проблема решена не будет. Крымский полуостров по определению не может жить без континентальной части Украины. И России все равно придется оттуда уходить, придется возвращать наши оккупированные территории, придется компенсировать ущерб, нанесенный украинскому государству, украинскому бизнесу и украинским гражданам.